патриотизм – это одна из ведущих догм, как раз вот подводящая под слово «Родина». Патриот страны, что-то ему не нравится, что-то ему там кто-то не нравится. Но он знает в трудную минуту и прочие моменты, он с этим человеком, там, который и с другим, он будет отстаивать интересы Родины и прочие моменты вот, нашего государства. И если как, не дай Бог, не надо ничего плохого случиться, что мы все как раз вот будем отстаивать интересы нашей страны, наших людей, чтить историю и все прочее. А патриотизм – одно из главных условий воспитания нашей молодежи. Ненавязчиво, потихоньку, потому что сейчас молодежь смотрит все, что там это. Но мы как-то должны вот под это слово, под суть Родины и вообще все остальное подводить. Все равно в любом случае, я думаю, надо, чтобы молодежь воспитывалась на каких-то интересных исторических догмах.